Или по группам, вы их все знаете, где. Ладно, вкратце. Значит, делю. Вкратце, значит, сейчас на две группы делимся. Одна группа убивает левое, щупальце, другая правая. После этого появляется куча капелек. Капельки нужно убивать прямо под глазом Илгенота, вон тот, который в центре. А капельки кидают глазки на цель, за которой будет идти. И эта цель с глазами должна подойти под глаз. Как только ваша капелька под глаз приходит, мы туда ее встанем, заливаем ее, вы должны оттуда убежать, потому что когда капелька взрывается, она уешь. Таким образом убиваем сейчас вот эти два щупальца, будет 8 капелек, вводим под глаз, отходим, ауешим, убиваем. Дальше появляются мелкие щупальца, убиваем их, появляются капельки, заводим под глаз, убиваем. И потом в середине рейда появляется ужас. Ужас хватает танки, начинает его танчить где-то вот здесь вот. Соответственно, перед мордой ужаса никто не должен стоять. Он бьет лучом, который вас ваншотнет, если будете перед мордой стоять. Все отбоится ужас до появления щупалец, который кидает порчу. Такой дебаф порча, который нужно выносить на край. Соответственно, рейд будет стоять вот здесь вот в центре разряжен, а вот этот дебаф нужно выносить на край. Ну, только не сильно далеко, да, совсем чуть-чуть. И каждый тик там по 800 тысяч раз в 2 секунды, поэтому прожимайтесь под него, это обязательно. Убиваем щупальца, который дебаф кидает, потом убиваем большой ужас, добиваем, появляется куча капелек, вводим их под глаз и убиваем их под глазом. Важно, все капли должны дойти до глаза, потому что если они не дойдут, то нам не хватит процентов, появится новый мобы, и мы вайпимся. Значит, как только мы убиваем глаз, заходим внутрь, становимся все в печеньку, в одну точку, прямо перед мозгом. Соответственно, стоим там до дебафов. Дебаф кидается на людей, люди с дебафами выбегают из рейда на край, миличники вокруг мозга рассасывают, рейды появились. Главное, чтобы кружочки, которые кидаются на вас, не задевали людей, которые стоят в одной месточке. Три дебафа будет, после этого нам нужно будет убегать, я скажу, убегаем. И на выбегание у нас рыбик даст Тиранука. На выбегание рыбик даст Саврил. Понятно? Да, маленьким щупальцем еще бить косты. Иначе будет вешаться мерзкий дебаф. Это я еще не дошел, значит. Ага. Теперь дальше. Значит, когда мы выбежим из глаза, мы за один фаз не убьем. Когда мы выбежим, вот здесь вот печенька, где я прыгаю, здесь будет одно щупальце большое, здесь будет второе. Правое щупальце танчит Хиранука, левое щупальце танчит Саврил. Левое щупальце максимально быстро сливаем, потом ставим правое. Значит, как только мы убиваем два вот этих щупальца, мы разворачиваемся, сзади будут кастерские щупальца. Значит, только кастерские появляются, им должны будут пойти убивать косты. Омна Тикан одному, и Вендивичи, и Силопея второму. Левому будет убивать Омна Тикан, правому Вендивичи и Силопея. Значит, таким образом мы бьем щупальца до момента, пока в луне не появится щупальца с дебафами. Когда я говорю побежали в луну, мы бежим в луну, заливаем там щупальца. А капли мы игнорируем всю эту фазу, капли вообще не трогаем. Соответственно, убегаем в луну, сливаем, появляется миллион капель, и там будет очень много капелек, мы их под глаз подводим. Так, кстати, один момент. У киллов у вас должна быть стяжка, а у слов должен быть тайфун, да? У нас же есть скала. Значит, когда будет много капелек, стяжку нужно дать прямо под глаз, а макакой сдашь тайфун через них, чтобы они залетели в стяжку потом. И в итоге мы заливаем капельки, заходим второй раз и убиваем глаз. В общем, все просто, давайте убивать. Всё, хуйня, мы в раз 5 часов в нормале вайпались. 1, 3, 5 лево, 2, 4, 6 вправо. А можно я на союзника зайти там? 2, 4, 6 справа, 1, 3, 5 лево дает счет. Два танка справа стоит. Ну, иду налево, ладно. Два танка у нас не могут справа стоять. Медведяшенька только сейчас прибежал. Ну, все нормально. Я думаю, он сообразил бы. Шаманчик не торопится. Морды щупали, не стоит. Сейчас подождите, не заливайте капельки, дайте бейте щупальца сначала, потом будем заливать капельки. Эффекты с ласточками вот просто сейчас. Сегодня сейчас капнем. Сводим. Пока не встанет. И вот теперь можно уехать.
Выбежали. Да он умрет, если получим, ох, не пойдешь вообще никогда. Завели под глаз. Не убивайте, пока под глаз не заведете. Кто там лупит каплю дальнюю? Дальнюю не бейте. Все, теперь можете бить. Ужас появляется, сейчас ставите его в лиловую. Играем по ужасу до появления дебафа. Для этого РНД свитчер на лишних сейчас также бейте. Появилось щупальца с дебафом. Поехали. Дебафы пришли на край, понимаете? Капли не трогаем. Капли не трогаем, пока щупальца не убьем. Правый еще два щупальца. Капли вообще не трогаем. Капли вообще не трогаем, сначала большой ужас убиваем. Все фул ДПС таргет на ужас, не кливаем, ничего. И пока что капельки наводим под глаз, под глаз. Большой бьем. Под конец обменить его под сам глаз, чтобы там капли распалом. Сводим капли все. Но сейчас желательно стяжем себя смотреть. Я уехал. Выбежали маску. Пряааааааш, резко тело. Пытаемся заходить внутрь. Поехали внутрь. Стали все в одну точечку. На ком дебаф вот будете убегать, да? Не был. Дебаф выбежали. Прожимайтесь на ком дебаф, потому что больно бьют. Вынесли, вынесли на край, все с дебафом выбежали. Выбежали на ком дебафом. Сражались, сражались на ком дебафом. Понимаете, сейчас будет еще один дебаф. Потом нужно будет убегать, если будет далеко не убегать. Вынесли. Выбежали, рыбу выбежали. Выбежали рыбу. Выбежали. И у нас все молодцы. Хорошо, играем дальше. В левую побольше, поехали. По группам, давайте бить по группам. Вот сейчас первая, третья, пятая левая, 2-4-6 правая. Сзади щупальца появились, убежали, кого я назначаю. Капли сейчас вообще не бьем. Вообще не бейте капли. Сейчас только щупальца играем. Играем чисто щупальца, капли вообще не трогаем. Капли не трогаем, убежали в луну. Все быстро убежали в луну, бить там все щупальца. Только потом будем бить капли. А вот сейчас вижу накрутку в капли, и я все. И нашу воду. Все, добились. Теперь все эти капли ведем на под глаз. Все ведем под глаз, пока не бьем. Не бьем. Никто ничего не вешает. Под глаз, под глаз, под глаз. Стяжечку надо начинать давать. Не станьте. Вот, все, хорошо, теперь разбиваем. Выбежали, 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 не умрите. Здесь не умрите, самое главное. Одну капку вывели не очень дальше. Я вроде откинул, попал. Глаз закинули и не завоешь. Все, ладно, ужас, теперь убиваем, получается. Теперь нам нужно убить ужас, ужас, потом будет выходить. Не лишних как сейчас убивать.
Капельки подводите сейчас пока что под 20. Но дальше играем в ужас. В ужас дальше играем. Нужно убить сейчас ужас, и потом мы заходим внутрь и добиваем его. Не порча. Просто сейф. Сейчас нам нужно капли убить просто и все. Поднимите ресторана. Сейчас убиваем все эти капельки, заходим внутрь и просто добиваем босса. Все, кто с выбросом хворчи, на край убегайте сразу, в центр не вставайте. Остальные убиваем глаз, убиваем мозг. Просто убиваем. Все, кто с выбросом хворчи, убегайте из рейда. И прожимайте. Там же. Носите, выносите, выносите и добиваем босса. Все, молодцы. Первый пул, шикарно. Это пиздец. Как котенок.